В этом видео мы хотим показать вам, как наилучшим способом настроить ваши тренировки в приложении Prana Breath. Для этого перейдем во вкладку «Управление» или же меню «Управление». Здесь мы можем видеть круг, который символизирует один дыхательный цикл, цветные части которого символизируют части дыхательного цикла. Мы коснемся и посмотрим. Вдох длится 6,5 секунд, задержка на вдохе 13, выдох 6,5 и задержка на выдохе 13 секунд. В центре мы можем видеть эти же цифры в графическом варианте, записанные одновременно. Ниже мы можем посмотреть количество дыханий за минуту, что есть показатель сложности конкретной тренировки. Также внутри круга мы можем видеть мандалу, которая символизирует ваш уровень данной тренировки. Учитель. Приятно. Справа мы можем видеть разные пункты для настройки тренировки. Тип тренировки. Мы можем выбрать конкретный эффект, который мы хотим сейчас. Снизу мы можем видеть те тренировки, которые созданы нами лично. Выше те, которые были предустановлены. Например, мы выберем сейчас силу. Вот, мы видим, что сила, как и некоторые другие уровни тренировки, некоторые другие тренировки имеют уровни. Например, мы выберем начальный. Ниже мы можем видеть пункт соотношения дыхательного цикла. Для предустановленных тренировок его нельзя изменять, но для тех, которые вы создадите сами, вполне можно. Следующий пункт – это количество секунд в единице пропорции. То есть это количество секунд, которые будут в нашем цикле. Например, мы выберем 2300, то есть 2,3 секунды. Теперь мы видим, что наш круг изменился. А именно, вдох длится 2,3 на 1, 2,3 секунды. Выдох 2,3 на 2, 4,6 секунды, точнее задержка на вдохе. И выдох длится точно так же само, 2 на 2,3, 4,6. 0 на 2,3 будет 0, как видно, здесь нет задержки на выдохе в этой тренировке. И самый последний пункт – это общая продолжительность тренировки, где мы можем выбрать, сколько времени мы можем посвятить тренировке на данный момент. Чтобы запустить тренировку, мы можем нажать или кнопку Play в правом верхнем углу, или же нажать на центр круга во вкладке тренировки. Подготовка 3 секунды и начало тренировки. Здесь мы можем видеть количество минут и секунд, которые остались до конца всей тренировки. И желтый круг внутри символизирует то же самое, только в графическом варианте. Для того, чтобы приостановить тренировку, мы можем нажать на центр круга, для того, чтобы ее запустить снова, или же воспользоваться кнопкой в правом верхнем углу. Пауза и play. Если вдруг нам нужно остановить тренировку, мы можем нажать кнопку стоп.